слава отважным героям, слава бессмертным легендам, слава великим поэтам. Ура, ура, ура! Подвиг души благородной пусть вам послужит примером, яркой звездой путеводной пусть вам послужит, а нам пора. Как только этот занавес сдадут последний раз, последний прозвучит аплодисмент. Коня, копье и щит сдадим мы в реквизит, сдадим и, уходя, потушим свет. И, сняв долой парик седой и бороды отклеив, мы пустимся в обычные дела, дела, дела. И нет, и не было героев и злодеев, и подвигов во имя добра или зла. А есть 11 часов и выход из театра, есть дети и семья, и дом родной, ой-ой. Есть летние гастроли, репетиция на завтра и в пятницу законный выходной. Есть роли, гастроли, успех, чего же боли? И слава Богу, что никто из нас в жизни не осмелится накинуться на мельницу, имея на голове дырявый таз. Только я, очарованный зритель, глубоко потрясенный до слез. Я ведь брошу родную обитель и коня оседлаю всерьез и поеду скакать и бороться против темных таинственных сил. Ибо есть на земле благородство, я в себе его вдруг ощутил. И в беде никого не покину, и удары приму на себя, и, наверное, конечно, погибну, а затем вы играйте меня. В добрый путь мы смеяться не станем, а когда утомишься от ран, приходи, мы еще раз обманем. Ты умеешь поверить в обман.